Всем привет, с вами Странник, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Stand and Deep. В прошлой серии мы сделали шатер и костер. Нам бы еще воду где-нибудь найти. В общем, посмотрим, что сегодня у нас получится, смогу ли я выжить на этом острове. Всем приятного просмотра. Создайте перегонку воды. Положите в перегонку воды волокнистые листья или пальмовые ветви. Выпейте или соберите воду из перегонки воды. Ну да, а как мне пальмовые листья-то помогут? Я, если честно, не понимаю вот эту штуку. Опять веревка, ткань, камень, листья. Да что так жестко-то? И еще где-то мне нужно найти сосуд из кокоса. Как его сделать-то? Поплавок. О, тоже из кокоса? А, нет, там из какой-то другой фигни. Сосуд из кокоса. Как его сделать-то? Интересно. Сосуд из кокоса. Как его сделать-то? Не понимаю. Но, по всей видимости, нужен кокос и веревка. Прожит один день. Такой звук, знаете, что... реально прожито. Так, мне нужно не забывать про мою FP. Но прежде чем не забывать про мою FP, мне нужно воды. Ну, давайте сюда сплаваем. Может, там тоже что-то есть. Так, нет, кокос, стой. Возьмем ножик на всякий случай. Какая-то штука для ловли рыбы, но мне пока с едой не... Акула! 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 Твою мать! Не хотел тебя скрывать, но ладно. Oh, gross. Да-да-да. Нам бы сейчас еще, знаете, что найти? Как эту гребаную веревку добывать? Я думаю, сосуд из воды сделать это просто нужна веревка и кокос, собственно. Ну, будем тогда вас фигачить. У меня другого выбора пока нету. Надеюсь, вы часто появляетесь. Найти воду, да и помню. Чуть-чуть надо потерпеть, но хотя ты и так, блин, на издыхании. Давай тебе купим еще немного. Я знаю, что много кокосов тоже пить нельзя. Там, типа будет только хуже. О, а чего тут нету? Какое-то время ты, надеюсь, продержишься. Легко так говорить, сидишь дома на диване, а... О! Кувала, фрукт. Ну, то, что я его знаю название, значит, наверное, съедобное. Так, еще два кокоса. О, юка. Добыча прокачалась. Интересно, что мне дает прокачку? Ну, я видел, там некоторые рецепты закрыты. Все собрал? Нет. Некоторые рецепты закрыты, но... Нужно ли... Ну, вот, допустим, добыча. Что она дает? Непонятно. Фикусовое дерево. Как
кокосов наберем. Пускай запасы будут. Нету места. Хорошо. Но нам нужна одна веревка. Мы ее можем скрафтить? Да, мы можем скрафтить веревку. Отлично. Так, что у нас от кокоса? Давайте поближе к крабикам. Камушки сюда отнесем. Мясо. Прикрепить. Пускай вялится. Это тоже какая-то штука. Еда, одна порция. Так, еда нам пока не нужна. А, кстати, ящик я же еще один притащил. Как тебя спросить-то? Рыба, железо тут. О, кстати, а можно будет их, наверное, потом в плот поставить, а в них что-нибудь наложить. Так, ладно. Веревочка. Веревочка. Как тут вот так вот? Веревка. Ткань. Где мне ткань взять-то? А, у меня где-то была ткань одна. Где-то у меня была ткань. Так, якорь, весло. Нет, не то. Это все не то. А у меня есть, кстати, карта какая-нибудь? Нету. Ну, по крайней мере, стандартную нету. ФП. Скоро перегреюсь. Воды мало осталось. Так, так, надо собраться, не паниковать, не паниковать, не паниковать! Что делать-то мне с этой веревкой? Он пускай лежит тут пока. Тут вот. О, спать или сохраниться? Нет, камни у меня есть. Веревку. Поэтому давайте сюда пока бросим. Это я найду, типа это не проблема, веревка типа тоже, камень вообще, ткань, как нам сделать ткань? Так, надо в тенек бы какой-нибудь встать бы. Это в теньке? О, буду в теньке. Ткань, чтобы нам получить ткань, нам нужно либо ее найти, либо хрен знает как сделать. Я тогда нажал, сделал факел, он как раз из ткани делается. Ай, твою дивизию. Ткацкий станок нужен какой-то. Ох, я не хотел делать факел, нафиг он мне нужен был. Камень тут зачем? Что делать-то будем? Ну, к примеру-то... Поплавок. Ну, я даже не знаю. Ткацкий станок. 4 нужно веревки. Это жесть. Сосуд из кокоса. Как сделать сосуд из кокоса? Селок для птиц. Интересно. Нужно найти воду. Чё-то мне такое чувство, что мне надо куда-нибудь сплавать. Я просто не знаю, что мне делать. Что-нибудь читать интересное.
Ткань, нашел ткань. Как он долго задерживает дыхание. Ёптель, акулы. Ткань нашел. Ладно. Хоть там акулы, блин, носки, блин. Нашел, это хорошо. Кожу возьмем, пригодится. Что-нибудь еще? Транспортный двигатель. Вроде больше ничего не вижу. Так, давайте коробку заберем. Кстати, плавает он вообще шустро, я бы сказал. Что за штука? Выглядит как-то очень колюче. Ой, ладно. Кокосовую, блин, штуку. Как это сделать? Может быть... Ножиком, ножиком где-то я ее разбил. Может, топором поковырять? Есть еще идеи, как сделать эту штуку. Ну, вот у меня, например, есть веревка. Так, давайте тканька я выложу. Сюда вот. Давайте-ка я здесь подумаю. У меня есть кокос и веревка. Почему я не могу сделать с нее, с ее помощью как-то? Как-то сделать, блин, эту дырку кокосовую. Уровень 2. Так, а у меня какой? Обезвоживание, да, я в курсе. Это очень плохо, но пока ничего не могу с этим сделать. Не, давайте попьем кокосик. Я где-то свой нож просрал. Блять. А его создание нужен? Камень. Веревка. Блять. Ну а где я мог его только там потерять в воде? Интересно, я его сейчас смогу найти? Блин, ну как бы веревку стоил. О, морской огурец. Наверное. Ой, что делать-то теперь? Может, его где-нибудь здесь выронил?
нашел. О. Так, подождите. Я попью. Понял. Короче, надо из сайлового кокоса делать. А, и походу нужен... А, нет, наверное, не нужен именно нож. Нужно именно... Чтоб он был не сломанный. Все, понял, разобрался. Фу, слава богу. Так, а как сделать-то? Разогнем огонь, а то уже вечереет. Так, хорошо, готовься. Где мой ножик? Я только что вот, блин, видел. Ой, мне нужно срочно найти нож. Ну что за фигня? Где нож? Надо не разбившийся. Хорошо, ладно, все, делаю. Фух, отлично. Ткань есть, веревка. Ага, нужна еще одна веревка. У меня тут два листика, нужно еще два. Тут отображение некорректно, ну ладно. Нужно еще листья пальмы. Но мне пока не... О, кстати. Ладно, потом. Можно ли в этот костер подкидывать? Так, собрал. Сейчас замутим еще одну веревку. Так, веревочка. Ткань. Листик. И три камня. И мы теперь можем скрафтить... О, бинты. Так, мне нужно куда-то поставить. Наверное, так. А по какому принципу она работает, что-то не понимаю. Положите пальмовые ветви. Да блин. Добавить волокно. А, я, кажется, понял. А, типа мы будем создавать парниковый эффект. Оно будет создавать, типа из-за листьев мы накладываем, создается парниковый эффект. И оно на эту ткань испаряется и собирается все вот в этой штуке. Хм. Интересный, кстати, вариант.
все, больше нельзя. Я знаю, что можно, если найти пластиковую бутылку, из нее сделать там на один глоток. Тоже примерно. Там ты берешь морскую воду и испарение получаешь пресную. Ну, здесь, конечно, вот так, условности. Но пускай. О, вода есть. А, отлично, я попил, да? Фу, живем. Хоть какой-никакой, но источник воды есть. Правда, в реале бы навряд ли я выжил, но и ладно. Давайте попробуем сохраниться. Ага. Создайте молоток, создайте деревянное основание. Молоток. А если я возьму такой вот? Тихо. О, кстати. Работает. Так, создайте молоток. Ну давайте, это не должно быть сложно, кроме того, что там нужна веревка. Твою дивизию. Мне бы еще кокосиков пособирать. Так, что-то как-то страшно, ладно, не полезу. Хотел посмотреть, может быть, оттуда что-нибудь видно будет интересного. Блин, ну с веревкой, конечно, вообще проблема. Эту бы юку выращивать бы. Я там какие-то ростки собрал. И какую-то штуку можно сделать, чтобы выращивать. Веревку сделали. Давайте эту сразу дорубим. Блин, вот эта штука какая-то зеленая, светящаяся. Интересно, это кораллы, да, наверное? Просто обычные кораллы. Опять эти летучие мыши вернулись. Создать. Интересно. У меня пока хочется ни на кого. Ух ты, тут воды сколько уже. Знаете, я бы таких несколько создал бы. Ладно, пускай пока копится. Создайте деревянное основание. Так. Создайте деревянное основание. Знаете, что это и как это делать? Примитивное непрочное строительное орудие, необходимо для строительства. А как строить-то? О! Я понял. Тут открылись новые штуки всякие разные. Крыша, черепичная. Гасия. Лесенки. Дверь от контейнера? Что? А, прикол. Парусина? Хм. Интересно.
Мне нужно создать деревянное основание. Деревянный пол. Деревянное основание. Нафиг оно мне нужно? Так, ну допустим, 4 палки. Деревянное основание. Как мне тебя запихать-то? У меня тут такой бардак, я даже не знаю. Давайте, ладно, давайте вот здесь посмотрим. Интересно, я могу потом это разобрать? Прикольно. Нафига оно мне? Все, квесты на этом закончились. Пустой огонь. А как сделать его полным? Вот это могу-то запихать? Нет, не могу. Тогда я хочу еще, знаете, что сделать? Камушки. А, нет, знаете, что нам? Кирку надо сделать. По-любому, да? Ой, ну все, я так понял. Я предоставлен сам себе. Что, надо собирать ресурсы? Надо попытаться, может, куда-то еще сплавать. Кстати, знаете, что хотел еще посмотреть? А, тут плот можно сделать? Или мне на вот это нужно будет плавать все время? Я помню, что там был какой-то пол. Плот. Полка, стол. Не уверен, что я на резиновой штуке далеко смогу плыть. Правда, на деревянной тоже, но посмотрим. Ладно, на этом сделаю небольшую паузу. Вот такое вот у меня началось приключение. Посмотрим, к чему мы придем. Я думаю, мы еще здесь немного пособираем. Сделаем все, что сможем. Как-то тут... Может быть, соберем все и попробуем поплыть на другие острова. Большое спасибо тебе за просмотр. Не забывай комментировать увиденное и, конечно, ставить лайк. Увидимся в следующем эпизоде. Пока-пока.